хорошо, что Молдова вступила в Евросоюз, по вашему мнению? Нет. Почему? Хотя мои дети в Евросоюзе живут, но я... А где живут? Мы здесь хотим жить, здесь. А где? В Германии, во Франции. И нравится, и как там? Ну, они говорят, что... Работа, жизнь. Они не хотят, чтобы мы были в Евросоюзе, нет. Почему? Так почему они там работают? Ну, наша молодежь, может, и хочет, но... Если бы в наше время были учителя по молдавской, мы тоже учили. И я говорю, что каждый раз говорю, что я бы хотела все азки мира знать, чтобы со всеми людьми общаться. А про помощь, которую нам дает Евросоюз, что какое мнение у вас? Помощь они... Например, на ремонт дорог, на реформу, на ремонт школ и садиков. Ну, Евросоюз, но не обязательно воссоединение с Румынией. Дают, я не знаю. То есть вы не против, чтобы мы вступили в Евросоюз, но не через объединение с Румынией? Да, да, так, да. Что вы думаете про Евросоюз? Было бы хорошо, чтобы Молдова вступила в Евросоюз, по вашему мнению? Что, Молдова еще не вступила в Евросоюз? Нет. Мне кажется, уже давно вступила. Не вступила еще в Евросоюз? Она не вступила, если не вступит, если законно. А так мы давно живем по европейским законам. Почему люди все уезжают сейчас уже не в Россию, а в Европу работать? Потому что в России пока нету работы. Приходится ехать в Европу. Где есть работа, туда едут. Я тоже раньше работал в России. Сейчас приходится ехать в Европу. А что делать? А где были? В Эстонии был. И зарплата больше там? Там, если посмотреть на наши деньги, конечно, чуть побольше. Но если на их расходы, то тоже сказать немного, мне кажется. Было бы хорошо, что Молдова вступила в Евросоюз, по вашему мнению? По-моему, нет. Почему? Потому что от них пользы нам нет. Например, здесь написано, что у вас что устройство тротуары, парковочные площадки сделаны на европейские какой деньги. Какой тротуар? Вот смотрите, вот площадки сделаны, а внизу нет уже. По вашему мнению, сейчас Молдова куда больше экспортирует? В страны Россию. СНГ или в Европу? В Россию. В основном Россию. Нет, Беларусь, это... СНГ, само собой СНГ, конечно. Сейчас уже Молдова больше экспортирует в Европу. Несколько Европа? Миллиардов долларов в Европу. Какую Европу? Что они туда пересылают? Ничего нет. Почему? Наши Потому яблоки, что наши все яблоки идут в Россию, СНГ. А в Румынию что, мы в Румынию не экспортируем? Потому что наш бывший Башкан и НЛАС договаривались с Россией, с Белоруссией. И наши экспортировали наши яблоки с Гагаузии. Потом Додон тоже попросил ей. И их тоже с их районов, молдавских, через Гагаузию туда отправляли. И про Евросоюз. Было бы хорошо, чтобы Молдова вступила в Евросоюз, по вашему мнению? Без понятия. Без понятия. Ну, смотрите. Я жила в Союзе. И как мне было хорошо. Как было тогда? Мне было хорошо. Что вы думаете про Евросоюз? Было бы хорошо? Очень хорошо, думаю. Если Молдова вступила в Евросоюз. А что бы изменилось? Нормально. Нормально было. Были бы рабочие места. 100%. Что вы думаете про Евросоюз? Было бы хорошо.